Новый год – самый главный праздник. Его называют волшебным, загадочным, удивительным и неповторимым. С нетерпением ждут прихода Нового года дети. Ведь каждый ребенок знает, что Новый год – это подарки, пушистая елка, фейерверки и, конечно же, новогоднее представление. Новый год – один из самых светлых, ярких, добрых праздников. Это ожидание чуда, веселых приключений и, конечно, подарков. Для детишек новогодний праздник – это еще и начало зимних каникул. После 4 месяцев упорной учебы пришло долгожданное время весело отдохнуть. Самые любимые герои сказок и мультфильмов – все на одной сцене. Такой праздник в предновогодний день детворе подарила районная власть. Я хочу пожелать, чтобы вы радовали все время своих родителей своими достижениями, хорошей учебой, хорошим поведением. От всей души поздравляю вас с Новым годом, и глава района Роман Иванович Синьковский дарит вам сегодня интересную сказку. В преддверии новогодних праздников более 2500 детей получили от главы района Романа Синьковского приглашение на волшебную новогоднюю сказку. В елке принимают участие дети, которые заслужили своим трудом, творчеством, учебой поощрение для участия в этой елке. Также в новогодних представлениях участвуют дети из социально незащищенных семей. Мы елки проводим для жителей всего района, и в этом году этих елок 5. Лиза и Маша Старцевы, как и все дети, с нетерпением ждут новогодних праздников, ведь это самая сказочная пора в году. Мы очень рады, что вы сюда пришли, мы знаете, прекрасно. Мы очень верим в сказку, мы ждем от Нового года самого-самого хорошего. Сказочная атмосфера, прекрасно украшенная сцена, иллюминация, музыка – все это завораживало мальчишек и девчонок, ожидавших начала представления. Столько любимых героев в одном месте можно встретить разве что под Новый год. Дети ждали чуда, и оно пришло к ним вместе с героями любимых сказок. Отворите поскорее, мамаши, дверь! Я устала, я голодная, как зверь! Ба-ба-ду-ба, ба-ба-ду-ба, ба-ба-ба! Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым большим поешь. Поскорила я, поила молоком, а тебе твой голос даже не знаком. Ба-ба-ду-ба, ба-ба-ду-ба, ба-ба-ба. Новогодняя история не оставила равнодушным ни одного ребенка в зале, независимо от того, маленький он был или постарше. Что ни говори, а Новый год прежде всего праздник наших детей, ведь именно они так искренне продолжают верить в Деда Мороза и ждать новогоднего чуда. Я очень рада, что пришла на елку, я очень сильно этого ждала. Я хочу, чтобы Дед Мороз подарил подарки. Ребята и их родители побывали в волшебном мире сказки. На память о ярком празднике дети получили сладкие новогодние подарки. Администрация Славянского района постаралась, чтобы никто не был забыт в эти прекрасные новогодние дни. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».